Женщина-интроверт распространяет вокруг себя спокойствие и бессознательно утешает и целит. Но под этой поверхностью дремлет аффект и страсть. Сила ее чувств созревает медленно. С годами ее характер становится еще привлекательнее. Она симпатична, то есть сочувствует и сопереживает. Самые дурные женские характеры встречаются среди представительниц этого типа. Из них выходят самые жестокие мачехи. Хотя такие женщины бывают самыми любвеобильными супругами и матерями, однако их страсти и аффекты так сильны, что увлекают за собой их разум. Она слишком сильно любит, но и ненавидит слишком сильно. Ревность может превратить ее в дикое животное. Только при интимном отношении такая женщина показывает все свои преимущества и недостатки. Тут она обнаруживает свое сердечное богатство, свои заботы и радости, но вместе с тем и свои страсти и свои недостатки, например, непримиримость, упрямство, гнев, ревность и даже необузданность. Она подвержена влиянию момента и мало способна помнить о благополучии отсутствующих. Она легко забывает других, забывает и время. В домашней и общественной жизни у нее нет больших притязаний, ее легко бывает удовлетворить.